Сегодня пятница, вот приехала на дачу. Не была неделю, после того, как посадила, не знаю, что тут с ними произошло за неделю. Интересно, конечно, посмотреть вообще на все это. Тут им тепло, в общем-то, довольно-таки. Неплохо. Тепло. Это накрою. Пусть в теплице сидят. Вот самые маленькие были тут у меня замухрышечки. И тоже ничего не стало. Говорят, еще морозы будут сейчас. Вот эти вот самые большие, конечно, их чуть поддернуло. Здесь дырочка была у меня. Морозом дернуло их. Но, тем не менее, тоже ничего, очухаются. И вот эти вот самые крупные тоже нормально очухались. Будет тепло, сразу пойдут в рост. Пока, конечно, холодно. Только что высадила два лотка. Эти у меня рассада такая хиленькая, в смысле тоненькая. Корневая система маленькая за счет того, что сидели они в маленьких лоточках. И хлипкие такие, тоненькие, сопливенькие. Вот в таких лоточках они у меня сидели. Конечно, что тут говорить на две фаланги. Ну, посмотрим, что вырастет. И вырастет вообще что-нибудь. Сейчас я их привяжу, подвяжу. У меня еще осталось место на третий лоток. Сегодня я его не привезла. Привезу в субботу, завтра. Сегодня так, чтобы мне завтра поменьше было вести вот этих вот сопливеньких. Там у меня осталось еще один лоток с такими хиленькими сопливенькими. А остальные все-таки крепыши хороши. Такие прям хорошисты, отличники. Это у меня розовый агат сидит, я так подозреваю. Вот это вот у меня розовый агат. Сейчас почитаем, что там написано. Подвяжу, полью, и, в общем-то, я молодец. Еще надо накрыть. Ой, намочила, засунула, там мокро. Вот такой он розовый агат. Про него написано, что для открытого грунта и временных пленочных укрытий период от схода до начала созревания 90-105 дней. Раннеспелый, высокоурожайный, растение детерминантное, высотой до 40-45 сантиметров. Ну вот, посмотрим. У меня они получились вытянутые, сопленькие. Надеюсь, сейчас исправится положение. Куда-то мне это положить. Ну, так все это выглядит. Накрыть надо пленкой, потому что обещают морозы. Похолодание. Сейчас идет дождь. В выходной будет холодно. Поэтому Субтитры
Возможно, здесь у меня один лоток, только вот этот вот с розовым агатом, а там дальше гигант Новикова, не знаю. Ну, посмотрим, там по помидоркам будет видно, где что. Я особо не заморачивалась, не запоминала прям конкретно, в каком лотке что. Потому что и так будет видно на выходе, что получится, если получится. Вот здесь еще досажу. И вот здесь досажу гигант Новикова. А там будет у меня сидеть черный принц и бычье сердце. Сажать мне больше особо некуда, поэтому всю теплицу по максимуму набью помидорами. Ну, а там что выйдет, то выйдет. Посмотрим. Жалко, выбрасывать было. Поэтому будет густонаселенная теплица. Ну вот, я большие самые подвязала, маленькие очень не стала подвязывать. И пленочкой мы накрыли. Вот таким образом разграничили. Вот эти помидорки у нас, вот здесь помидорки. Ну что делать, если обещают морозы, холодно, надо пережить эту недельку. Я думаю, что таким образом они это все дело переживут. Не будет для них это сильно холодно. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, не знаю. Такая вот у нас получилась теплица. Тепличка в тепличке. Завтра я досажу другие, еще надо будет пленку искать, тоже так делать. Потому что иначе им будет холодно. Надо вот пару дней, вот этих холодных пару дней пережить, а потом уже все нормально будет. Ну, вот так как-то. Я их полила, конечно, не знаю, какие из них выживут, какие не выживут. Вот есть, которые совсем сопливенькие, они свалились. Ну, их настолько много, что, честно говоря, это даже и хорошо, если кто-то не выживет. Вполне будет нормально, даже если половина останется. Ну, ладно, все, пора домой. Завтра еще целый день здесь предстоит доделывать, высаживать. Так что пора домой.